Звоните срочно подругам, распродажа идет. Распродажа 11.11 на Озон. Успейте. Конструктор Лего за 1499. Ирригатор Бивелл за 1499. Дорогие мои друзья, всем большой-большой привет! Мне очень приятно, что вы ко мне заглянули, я очень рада вас видеть. Сегодня будем готовить одновременно очень-очень простую, но потрясающе вкусную, сытную, ароматную закуску. Давайте для начала поставим картофель вариться. Всего понадобится примерно 300-400 граммов. При варке я картофель посолю. В готовый горячий картофель добавляем кусочек сливочного масла, все хорошенько разминаем толкушкой. Вливаем примерно 70 мл горячего молока. Для аромата я добавлю немного сушеного чеснока. Тонкий лаваш нарезаем на небольшие прямоугольники. Я сделала прямоугольники размером 8 на 15 см. Каждый листик лаваша намазываем тоненько картофельным пюре. И теперь нам понадобится баночка шпротов. Выкладываем одну рыбку на картофельное пюре. Я делаю так, чтобы хвостик немножко выходил за пределы. Рядом с рыбкой выкладываем тоненько нарезанный маринованный огурчик. И аккуратно заворачиваем в трубочку. Ну и теперь то же самое проделываем со всеми ингредиентами. Тоненько картофельное пюре, рыбка, маринованный огурчик. Как вариант, в начинку можно добавить немножко натертого сыра. И вновь заворачиваем в трубочку. Подготовленные трубочки выкладываем на противень. Противень я предварительно смазала кусочком сливочного масла. В небольшую мисочку отправляем один желток. Добавляем столовую ложку сметаны. У меня сметан 20% жирности. Непременно чайную ложечку горчицы. Подсаливаем. Я еще добавлю немножко оставшегося сыра. Совсем чуть-чуть. Все хорошенько перемешиваем и с помощью кисточки смазываем трубочки. Ставим в духовку, разогретую до 180 градусов, примерно на 15 минут. Как подзолотятся, можно вынимать. Очень приятный, такой, я бы сказала, праздничный аромат стоит. Потрясающе вкусные, сытные трубочки получились. Вполне можно подать даже на праздничный стол. Попробуйте приготовить, очень все просто, а результат непременно порадует. Я от всей души желаю вам приятного аппетита. Обнимаю всех крепко-крепко. Пока-пока, увидимся!